Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, тенденция, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью, хотя все вынуждены признать, что она успешно реализуется. И попытки изменить характер миротворческой операции тоже мы наблюдаем, пока подспудные, но они имеют место. Поэтому наша задача, мы вместе с Министерством обороны, с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с нашими пограничниками, участвуем в оценке ситуации на земле и коррелируем соответствующим образом те сигналы, которые мы посылаем международным организациям, поощряя их как можно активнее предлагать свои возможности для скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, вопросов сохранения культурного наследия в зоне конфликта.